Всем привет, ребят. Ну что, я уже так более-менее разобрался с обновой. В общем, еще много очень всего интересного. Я вам постараюсь это сегодня заснять в видосиках. Не пропускайте, очень много интересных вещей. По поводу взносов в гильдию, заранее приготовьтесь, потому что вы не сможете донить больше 10 тысяч раз в сутки. То есть убрали это и возможности прокачать быстро гильдию у вас не будет, поэтому старайтесь оперативно все внести в гильдию какашки, не пожертвуйте, потому что потом у вас будет не хватать времени, скажем так, на прокачку, потому что надо будет каждый день лимита. Ну и это опять же это для топовой гильдии. А также у нас изменили награды в адском саммите, что не может радовать. По поводу АЭС реально большой лайк. Улучшили награды отсюда. То есть, как видите, здесь падают первые, вторые. Можно психощит без донату свободно собрать топовые эмблемки на архидемона. Так. Так, тут то же самое. Вот здесь уже двоечка идет. Чем можно тут собрать? Что у нас здесь? Посмотрите, какие тут уже третьи. Вот так вот. Я считаю, это однозначно плюс. На четвертом тоже третья. Короче, вот так вот. Так, тут у нас ничего не поменялось, ничего не поменялось. В общем, можно собрать топовые эмблемы. Придется фармить каждый день, кому они нужны. Я считаю, это однозначно плюс обновы очень большой. Не считая там на 13-й этот скилл. Давайте сразу, кстати, в акцию эту сыграем. 13-й скилл, по сути, там, да, все круто. Мега трэш, ну там особо прибавки нет, поэтому не стоит особо печалиться. Единственное, что без донаты будут отставать еще на 30 тысяч силы, но это в принципе уже давным-давно не беда. Для многих разница в силе это не страшно. Так, забили мы сундучок. В общем, это из такого, что основное. По поводу гильдии и по поводу стражей, я надеюсь, вечером моя гильдия уже откроет все, и я смогу вам полноценно это все показать. Если нет, я вам просто уже сделаю обзорчик на другом сервере. Ну, посмотрим, как пойдет. Ну, там гильдейская локация, она довольно-таки интересная, интересные плюхи будут давать. Но, опять же, все будет ограничено. Поэтому не особо надейтесь на халяву. Так, в принципе, обнова как обнова. Дохренище самого, как видите, ушло на героя. Видите роллинги и поймете, что это реально жесть. От обновы до обновы не легче. Без доната. Донаты тоже плачут, скажем так. Короче, позабирали все, что могли отсюда. Еще один заходик надо. Нету удешевления какого-то. Гильдейский магазин, опять же, там он очень привязан, ограничен получается. В общем, награды раз в сутки будут, где по всему. Единственное, сейчас еще попробуем выбить новый талант. Чару я уже выбил, посмотрел. Скажите вы, напишите в комментах, что вы думаете по поводу чары. Пока нету, не увидел я еще. Ну, судя по всему, как я мне показалось, что она блокирует входящий урон как выживание. Может, это не так, но так показалось. Так, и нам надо попробовать выбить. Новый талантик. Интересно на него посмотреть. Как он будет себя показывать. Есть у нас немножко коробочек. В принципе, кулаки есть, если что.
Я по-любому выбью, потестирую его уже вечером, скорее всего. Так, живо. Будет, кстати, на новом герое тоже таланты потестить разные. Римочка. Новый герой интересный, но полностью не раскрыт. Самое главное, что он бездонатный. Так, и тут уже ремки начали давать нормально. Интересно, интересно, как нам будет сегодня тут падать. Какой там шанс на новый талант? Сори, ребята. Короче, блин, роллинг сегодня реально изморил. Бомбежка. Ну реально, роллинг один из самых, наверное, крутых, которые вы будете или видели на моем канале, особенно в обнову. Так, ну чё? Давайте уже. Так, железка. Ну, железка это не то, что нам надо. Не знаю, наверное, этот шанс, судя по всему, я не знаю, как мы чарку словили. Ну, с этим всем непонятно. Надо будет потестировать героя в разных сборках еще. Это уже будет у вас вечером. На битве гильдии. Не падает, не падает, не прет исцеление. Ну реально 50 коробок исцеления можно достать. Это уже второе у нас исцеление. Воодушевление. Кстати, на новом герое воодушку надо будет эмблемой потестить. Я сделал обзор вам уже. Вторую аву. Уже посмотрите. Довольно-таки неплохо. Смотрится, но интересно будет еще посмотреть. Что он может на фарм-локациях. До этого мы тоже дойдем. Со. Кстати, давайте потестируем СО на этом, на новом герое. Тоже интересно посмотреть, как он будет в дафной сборке смотреться. Ну, не знаю, видите, не падает. Я думаю, я уже когда выбью, запишу вам отдельный видосик, потому что мы можем так очень долго рулить. У меня и времени не хватает на все. Поэтому ждите вечером уже больше видосиков. Возможно, стримчик запустим, потестируем. Интересно будет посмотреть на него на битве гильдий, что он сможет. В любом случае, это интересный герой. Не особо там мега трешовый, хотя я пока его полностью не раскрыл, как обычно. Знаете, герой меняется, еще вкачаем ему прорыв. И думаю, будет очень интересно посмотреть, что он сможет
потому что он непростой. В общем, вот так вот. Однозначно есть плюсы в обнове и куча, как обычно, минусов. Интересно будет по поводу гильдии рассмотреть все. Я уже сам посмотрю, когда будет возможность прокачать и посмотреть, что же все-таки будет дальше и сколько что стоит. Думаю, мы откроем это на русском сервере. Надо единственное слить все в гильдию, все какашки. В общем, ждите видосов. Все, всем удачи, всем пока.